Всем привет, с вами Инсган, и мы продолжаем играть в Satisfactory. Сегодня мы будем замыкать контур нашей шины. Вот такая у нас шина, к ней уже у нас прикручены производства. Производится у нас все до умной обшивки. До умной обшивки — это первый уровень космического лифта. Его нам нужно выполнить, чтобы открыть... О, отлично, у нас 50 умных обшивок у нас уже есть. Пойдем тогда сразу его запустим. С этого мы, пожалуй, и начнем. Потом продолжим зацикливать нашу шину, наш конвейер. Первым мы будем зацикливать конвейер с металлическими слитками, хотя у нас, в принципе, их хватает, но в целом все равно нужно их закруглить, довести до логического завершения. Здесь у нас в начале всего 3 шины, а в конце, по-моему, 7, что ли. Еще нам, кстати, надо будет раздобыть 50 роторов. 50 роторов, чтобы выполнить цель и уже заниматься третьим уровнем. Хорошо, вот она, умная обшивка. Проект сборка платформы. Доставка разблокирует уровень 3 и уровень 4. Это хаба, я так понимаю. Статус запечатать контейнер. Окей, load seal. Прям видно, как этот контейнер запечатывается наклеечками. И отправка. Send. Так. Новая фаза проекта сборка. Строительная платформа. Откуда лучше видно? Давай куда-нибудь вот сюда вот встанем. Пульнул. Что-то там куда-то там у нас в космос полетело. Интересно, кстати, посмотреть на эту там космическую базу, куда этот самый космический лифт нас ведет. Ну хорошо, полетело. Бог с ним, жить нам не мешает. Space Elevator. Так, теперь нам нужно 500 умных обшивок. Боже. Универсальные каркасы какие-то тоже 500. И автопроводка. Проект сборка каркас. Доставка разблокирует уровень 5-6. Это хаба. Статус загрузить ресурсы. Хорошо, хорошо. Пусть он себе производит, собирает. А мы посмотрим, что у нас нового теперь доступно. Третий уровень. Угольная энергия. Наконец-то угольный генератор появится. И можно будет уже избавиться от этих вот ужасных, как их называют, все время забываю, сжигатели биомассы, в которых надо биомассу эту все время руками закидывать. Вот эти все проблемы. Бегаешь с пилой сначала, потом перерабатываешь это все в... Господи, как они все называются? В твердое биотопливо. Это сраное твердое биотопливо, потом закидываешь руками в сжигатели биомассы, они сжигают и вырабатывают чуть-чуть электричество. Это нам не нужно. От этого надо избавляться, автоматизировать. Водяная помпа, трубопроводы, сканер угля, цистерна. В общем, все для воды и угольного генератора. Хорошо. Автомобильный транспорт появляется. Трактор, грузовая станция. Отлично, отлично. Можно будет гонять на тракторе. Дальше. Базовое производство стали. Литейный стальной слиток, балка, универсальный каркас. Вот он как раз... как раз он нам будет и нужен. Хорошо. Уровень 4. Передовое. Производство стали. Добавляется буровая установка 2 левела. Хорошо. Обычная скорость добычи 120 ресурсов в минуту. А у нее тогда сколько? Непонятно. Ну ладно. Железобетонная балка, статор, мотор, автопроводка нам нужна для второй фазы проекта. Сборка. Тяжелый модульный каркас. Не знаю, куда нужен. Ближний бой. Ксенодубинка. Тоже приятная вещь. Тоже нужна. Одно из первых изучим. Благо, нужны роторы. Укрепленные железные пластины. Ага. Медная проволока. И кабель. Кабель, проволока есть. Вот с пластинами и с роторами, наверное, будет посложнее. Но ничего. Гипертрубы. Тоже, в принципе, с учетом того, какой наш завод, вещь приятная. И, наконец, логистика третьего уровня.
конвейерные ленты третьего уровня 270 единиц ресурсов в минуту. Лифт то же самое. Stackable Pipeline Support. Опоры для трубопровода можно ставить на другие опоры. Хорошо. Это, видимо, для добычи воды. Всего остального. Следующая фаза у нас открывается с открытием, с завершением второй фазы космического лифта. На него нужно 500 того, 500 всего, еще сколько-то там автопроводки. Ну, бог с ним, до этого надо еще добраться. Первыми целями у нас, наверное, будет уголь. Уголь обязательно. Автомобильный транспорт тоже хорошо. Сталь. Но сталь нужна будет все равно, от нее никуда не деться. Ксенодубинку где-то в начале, уголь где-то в начале. Ну, а потом можно будет заняться сталью и логистикой. Логистика уровень 3 нам скоро будет нужна. А сейчас нам надо доделать прыжковую платформу. Для нее нужно 50 роторов. 50 роторов. Хотя можно ее так-то и не завершать. В общем-то, никто нас не заставляет. Можно сразу угольная энергия. Да. Давайте будем. Будем сразу изучать угольную энергию. Что опять? Топливо есть. Но, видимо, не везде, раз у нас постепенно. Постепенно отключились наши сжигатели биомассы. Да, вот оно, топливо кончилось. Здесь топливо кончилось. Здесь топливо кончилось. Здесь топливо есть, но немного. И вот здесь топливо тоже кончилось. 76. Давай сразу закинем 200. Чтобы везде было поровну и чтобы отключалось, дык отключалось. По крайней мере, не раньше. Остальных 76 у нас остается для пилы как раз хорошо. Здесь, кстати, у нас уже 150 мы производим, 144 потребляем, уже впритык. Может и не хватить, если что-то еще добавить. Так, пойдем тогда посмотрим, как у нас производятся роторы, укрепленные металлические пластины. Я больше переживаю за роторы, потому что производство пластин у нас есть еще на старой базе. Сразу возьмем болтов, уверен, они нам пригодятся. Это здесь что? Это здесь пластины. Вот тебе болты, держи. А вот здесь у нас роторы. Роторы нам нужны. Нужны, хочу. Прям без них никуда. Чуть не упал. Чуть не упал, а лететь далеко. Но, кстати, в воду. В воду падать не так страшно, насколько я понял. Если упасть в воду, то мы не разобьемся. А вот у нас месторождение угля. Ну, просто шикарно. Вот там какое-то еще месторождение, но оно, по-моему, закрыто камнями. Камнями, которые мы сейчас пока взорвать, убрать никак, ничего мы с ними сделать не можем. А вот уголь — это очень хорошо. Уголь — это хорошо. И вода здесь есть, и все здесь есть. Прямо вот здесь можно построить небольшой энергоблок. Большую кучку электростанций. Опа. И прямо отсюда электричество и подавать на наш завод. На наш завод. Давай, наверное, мы пока отключим. Потому что умные обшивки — это хорошо. Но роторы нам сейчас понадобятся. Прям понадобятся. Поэтому ты пока подожди. Ты пока не работай, ты пока нам электричество поэкономь. А мы посмотрим, сколько у нас произвелось роторов. Они никуда не складываются, они живут прямо на... Опа, вот они, да. Кстати, может даже и 50 уже есть. Хорошо, давай как нам на нее запрыгнуть, хрен его знает. Тут мы, если что, не упадем. Может быть, 50 есть. Пойдем соберем. Да что такое? Почему я все время ниже-то куда падаю? Опа, еще раз. Третья попытка запрыгнуть. Ну нет, это невозможно. Это что? Что это такое? Что это за безобразие? Я сейчас уже быстрее контейнер поставлю. Опа, вот так, отлично. Соберем роторы. Пусть это долго и муторно. Но вдруг их тут 50. Потом пособерем пластины.
Ну, кстати, да, есть велика вероятность, что их будет здесь 50. Ну, просто шикарно. Ну, просто шикарно. Еще остальные соберем тоже. Что им тут лежать? Нам они нужнее. Опа. Собрал, не собрал, что ли? Так, хорошо. Хорошо. 50 роторов мы можем уже закинуть. С пластинами, я думаю, проблем особых не возникнет. Кроме запрыгивания на конвейер, где они лежат. Опа. Вот теперь, когда не надо, уже запрыгивай на этот конвейер. Ну, вот что это такое-то? Вот что это такое? Боже. Да ну нахрен, сбегаю проще на старую базу, соберу там, они лежат в контейнере. Я думаю, 150 там уже есть. Там уже есть, откроем угольную энергию. Наверное, все-таки закончим с началом зацикливания нашего. Ну, хотя бы одного конвейера с шины. Так обратно бежать. Че я туда-сюда бегаю? У меня еще и места сейчас в инвентаре не хватит. Да. Ладно. Там сейчас скинем сундук. Потом заберем. Исследовав угольную энергию. Вот он сундучок. Давай просто вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь по порядку освободим. Побежали, соберем 300 кабеля, 150 укрепленных металлических пластин. Откроем угольную энергию. Будем знать, что она и есть, что она существует, что мы ее умеем. Пойдем достроим. Достроим, зациклим, закруглим, закольцуем нашу шину. Хотя бы одну или две, я думаю. Да что, ну 149, ну вот. Кстати, у меня же еще были. У меня же еще были металлические пластины. На, держи, держи, выпускай быстрее, давай. Ну вот, кстати, 150, считай, взял. Но осталось у меня их всего 4, это мало. С другой стороны, они нам для конвейера не нужны. Так что, в общем-то, и ладно. Зациклим хотя бы пару конвейеров из нашей шины. И потом уже посмотрим, может быть, начнем разбираться с угольной энергетикой. Так, раз, два, три. Еще две у меня было. Давай вот так. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо, очень удачно и очень замечательно. Роторы нам еще будут нужны в больших количествах. Ну, в принципе, мы отключили производство этих умных обшивок, которые нам все равно будут нужны только когда-то потом. Сейчас сосредоточимся на производстве того, что нам нужно непосредственно сейчас. Давай. Капсула ушла. Что ты нам напишешь? Цель достигнута. Уголь. Это улучшенная альтернатива биотоплива. Процесс его добычи и транспортировки может быть полностью автоматизирован. Да. Если как можно раньше обеспечить новые строения водой и электроэнергией. Да. Уголь добавлен. Что-то там сканер, наверное. Примечание. При строительстве угольного генератора убедитесь, что он будет находиться в непосредственной близости от воды. Примечание. Размещение насосов поспособствует вертикальной транспортировке жидкости по трубам. Примечание. Индикаторы пропускной способности и объема добавляются к каждому участку трубы автоматически. Хорошо, хорошо, это очень даже замечательно. Что такое, все влезло, немножко много у нас кабеля, пусть он пока полежит вот здесь. Столько нам его не нужно, хотя ладно, давай сразу соберем. Нечего захламлять, замусоривать наши ящики. Пойдем туда по направлению движения конвейера. Направление движения конвейера мы и будем его достраивать. Он побежал прям ротор, видел я тебя, видел, заметил. Опа. Держи болтов. Болты нам нужны.
смысле, не болты, а роторы нам нужны. А болты нужны для того, чтобы мы получали эти самые роторы. Здесь ничего у нас собираются в кучку, ждут своего часа. Да. Хорошо. Хорошо. Все работает, все замечательно, все просто прекрасно. Долгие эти наши перебеги по нашей огроменной базе. Но куда деваться, куда деваться. Хотя потом можно будет сделать гипертрубы. Оп. Давай, давай, спускайся. Поторопись, поспеши. Некогда нам тут с тобой время терять. Значит, вот здесь у нас уже должно быть все в металлических слитках на этом конвейере, если все собрано верно. Он у нас идет по самой верхней с той стороны и самой нижней с этой. С конвейера мы не упадем, если не будем выпендриваться. Вот так. Да, не падаем, не падаем. Отлично. Вот, а вот если мы туда побежим, то можем упасть. Где он? Не тот. Где? А что такое? Вижу, вот он. Вот она верхняя стойка. Есть. Так, верхняя стойка есть. Ну, где-то. Вот. Ну-ка, ну-ка. Так. Ну, иди сюда. Так. Эти прицеливания довольно нудные. Но что делать, куда от них денешься, нужно настроить нам кучу этих конвейеров. Там где-то сзади не видно. Нет, вон они, видно. Сзади за нами бегут, нас догоняют металлические слитки. Это у нас, повторюсь, самый нижний конвейер на верхнем этаже. Получается, самый верхний конвейер на нижнем этаже, где у нас расположилась обратная шина, которую мы сейчас с вами и строим, если вдруг кто не в курсе, а пришел с середины. Так. Фух, вроде... Вроде не такая длинная база, но... Быстро это все надоедает. Ну, что не сделаешь ради идеи. Давай уже попадай, наконец, но... Вот. Слушается, молодец. Так. Ну, вот так. И последний кусочек у нас... недостроенный, вот так. Вот так просто шикарно. Дальше она будет подниматься наверх. Здесь мы пока спрыгиваем, нам тут делать нечего. Половинка, половинка. Одного. Ух ты, здесь у нас не настроенный еще один, да? А, вот здесь мы, наверное, поспешили. Здесь мы, наверное, поспешили. Здесь надо было настроить фундаментов. И натыкать вот этих вот самых стоек 10 штук для того, чтобы нам их продолжать дальше. Ладно. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 по количеству наших конвейеров. Так, здесь, значит, будет 9 стоек. Значит, нам надо пока что... пока что подняться, натыкать там тоже вот этих вот наращиваемых конвейерных стоек, убрать фундамент и потом уже ставить конвейерные лифты или лифты, как правильно. Кто знает, напишите в комментах, потому что сейчас мы не сможем поставить ни стойку, ни фундамент, ничего. Этот мы убираем, ничего, потом поставим снова. Это мы все закрываем, чтобы не падать лишний раз. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 вот здесь вот в серединке. 10 в серединке, убираем фундамент.
ставим конвейерный лифт и бежим вниз, чтобы прицелиться, чтобы поставить его ровно, а не как пополам. Долго-долго, нудно-нудно спускаемся по лестнице. Но это лучше, чем упасть, разбиться, помереть и бежать снова с начала базы. Так, не вижу я отсюда, какая вот стена нужна. Где-то там наши металлические слитки. Вот. Вот так вот, я думаю. Вот так, я думаю, будет хорошо. Пойдем посмотрим, далеко там до слитков. Ну, где-то половину они прошли конвейера. Ну, ладно. Давай строить вторую линию. Второй конвейер. Сразу три, наверное, сделаем. Чтобы наши базовые ресурсы по ним бежали. Туда же, да, туда. Значит, здесь. Здесь что? Здесь нам надо построить вторую стойку. Здесь нам надо натыкать 9. Высоту их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и 9. Да, да, только не там. Значит, здесь тогда их будет 8. 9 будет их вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Доводим конвейер, где он там. Так. Так, сразу же, наверное. У нас сверху-то конвейера нет. Попробуем без конвейера. Поставить конвейерный лифт. Да, так, ровно. Ровно. Хорошо. Поперли обратно вверх, вниз. Вот так и бегаешь. Так и бегаешь при постройке конвейерных машин. Конвейерных лифтов. Бегаешь туда-сюда все время, сколько можно, уже надоело. Так вот он у нас, наверное, будет. Здесь нам придется достроить еще одно. Конвейер идет отсюда, вот сюда и отсюда. Вот сюда. Отлично. Отлично. Здесь у нас лифт готов. Здесь у нас ничего не видно. Бежим обратно, строим. С другой стороны конвейерный лифт, который будет идти на спуск. Кстати, заодно давай-ка сходим, выберем цель. Пока уж мы здесь. Что у нас есть? Есть у нас автомобильный транспорт. Хочу, но нужны модульные каркасы. Надо производить модульные каркасы. Базовое производство стали пока нам особо-то ни к чему. Улучшенный ближний бой. Можно вот это выбрать. Это, в принципе, неплохо. Неплохо и не так стрёмно бегать, как с нашей палкой-махалкой. Скорее, то палка-махалка. Это у нас какой-то электрошокер такой слабенький, простенький. Ну и опять же у нас появится пистолет. Давай выберем улучшенный ближний бой. К тому же на него нужно всего 25 роторов. 25 роторов на него нужно всего, а нам нужно будет строить так много-много конвейеров. В принципе, у нас есть еще металлические пластины. Здесь у нас тоже все есть. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Металлические пластины здесь. Давай возьмем. Пусть они будут, они нам не помешают. Здесь тоже всего хватает. Роторы пусть валяются. Здесь 13 уже есть, шикарно. Значит, осталось сколько? 12. 12 их нам осталось пособрать. 50 укрепленных пластин. Тут, наверное, не отвертишься. Придется ползти на конвейер. Но что делать, что делать? Давайте их, наверное, сразу соберем, а потом на обратном пути, когда будем пробегать мимо нашего хаба,
Кстати, можно прямо отсюда, наверное, собирать, нет? Нельзя. Но кнопки не перепутать. Так, 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 так. А этот можно собрать? 23, 25. Ну и отлично. 28, 30. Давай, пока вы подъезжаете, я пособираю укрепленные пластины. На 50, конечно, так долго будет собирать. Долго, нудно, лень. Этого я себе позволить не могу. А вот роторов осталось все равно немного. Все равно осталось их совсем чуть-чуть. Шикарно попал как раз на тот на нужный конвейер. Тук-т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 ук. 50. 50 есть. Соберем еще про запас, пусть они будут. Не так много места они и занимают. Уже палец устал их собирать. Осталось не так уж и много. Немного и так уж их осталось. Давай, 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 давай. Отлично. Отлично, прекрасно, хорошо. Так, здесь. Здесь что у нас? Первый конвейер, на втором. На втором, по-моему, у нас металлические пластины, да? Они нам тоже по жизни пригодятся. Достраиваем этот конвейер. Опа, вот до этих мест. Так, снизу, снизу нам нужно построить 9. 9 конвейеров, протянуть его туда. Давай сразу попробуем отсюда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9? Да, вроде 9. Ну и отлично. Ну и прекрасно, начнем тогда строить лифт. Где он? Вот так. И вниз пошел, хорошо. Пойдем спустимся. Опа. Спустимся. По-культурному не получилось. Да что же вот это вот такое-то, а? Ну вот что это такое? Ну это же просто безобразие. Нельзя никак ожить-то. Ладно, главное, у нас ресурсы не пропали. Главное, нам не надо бежать за этими самыми ресурсами в неизвестную даль. Да, я этих не подобрать, жаль. Ох ты, божечки, экзоскелеты-то у нас нет. Значит, мы пойдем медленно, но верно. Доберемся до своих останков. Заберем с этих самых останков все, что у нас было в инвентаре, и не получится у нас достроить лифт, потому что мы начали и не закончили. Наверное, поэтому логичнее его строить снизу вверх. Хотя, в принципе, можно было спрыгнуть на конвейер. До него лететь не так и далеко. Из конвейера уже спрыгнуть ниже. Спрыгнуть ниже туда, куда нам надо. Да, неплохой был бы вариант. Вот здесь у нас все конвейеры в сторону ассемблера забились ресурсами, значит, сейчас ресурсы все пойдут дальше по этому конвейеру. Не через один, а все подряд. Поэтому, вероятно, быстрее они там будут копиться. Быстрее их оттуда можно будет пособирать. А сейчас у нас ресурсов-то нет никаких, значит, нам и не получится ничего построить, да? Да. И хорошо. Хорошо. Все, давай вниз спускайся, не спеша, медленно. Да что-то не получается, не спеша, медленно. Наверное, потому что нечего мышку отворачивать. Сразу закинем все на свои места. Да, вот так, хорошо. Хорошо, прекрасно и удобно. Здесь поставим конвейер. Начнем его проводить, чтобы конвейерный лифт у нас попроще, наверное, приклеился. Конвейерный лифт у нас приклеивался к нашим конвейерам. Значит, вот он у нас, конвейерный лифт. На какой высоте он такой?
Нет, да, не вижу. Неудобно. Не помер. Значит, с этой высоты падать безопасно. Пойдем наверх. Обратно наверх. Достраивать немножко конвейерный лифт. Потом проведем конвейер и все. И второй конвейер у нас уже будет готов. И у нас будет зацикленный конвейер с металлическими пластинами. Нет, что это такое-то? Что вот сейчас произошло? Вот как это вообще случилось? Как это понимать? Как такое могло случиться? Чуть не помер. Чуть не помер, осталось чуть меньше, чем одна ячейка здоровья. Вот так. Вот так. Давай, беги. Беги, достраивай нам наш конвейер. Наконец-таки вот на такой высоте он нам нужен, да, нет? Не знаю. Не знаю, давай залезем и посмотрим повнимательнее. Да что такое? Не угадал с высотой, придется спускаться и переделывать его заново. Вот так. И давай сразу спрыгнем на конвейерную ленту. Все равно пострадал немножко, но не так, как в прошлый раз. Не так, как в прошлый раз, остался живой. И это, несомненный плюс. Здесь какая высота нам нужна? Вот такая, наверное, да? Да, наверное, такая. Там у нас вот они спускаются ячейки. В них у нас что-то к нам едет. Да, вот здесь вот сложно проползти. Сбоку можно. Давай. Только для начала нам бы... Эх, хрен прицелишься. Хрен прицелишься. Огромный это геморрой. Еще надо, чтобы он не остановился в конце. Потому что если он будет... О, только что было синенькое. Потому что если он будет в конце, тогда он будет мешать. Ну давай уже. Ну, что такое-то? Давай соберись. Соберись и прицеливайся. У нас там пластины едут. Значит, лифт построен верно. Хорошо, наконец-таки попал. Что-то как-то прям очень сложно здесь было прицелиться. Но здесь уже вроде как полегче. Ну-ка давай. Ну давай. Нет, здесь тоже просто какой-то геморрой с этим прицеливанием. Сколько можно? Слишком длинная. Так а ты ее куда ставишь-то, дружок? Вот. Попал. Попал, давай попробуем не трогать мышку. Нет, не получится не трогать мышку. Ладно. Так. Отлично, вот только что можно было начать строительство конвейера, чтобы потом, не трогая мышку, уже не надо будет прицеливаться. Да, удобно. Главное не пропустить момент, когда этот конвейер начинает строиться. Где-то вот здесь вот раз. И в конце, когда подбегаешь, он уже его достраивает. Давай. Раз. Два. Пропустил. Сдаем назад. Вот оно. Так. Гораздо проще, чем прицеливаться каждый раз. Давай. Давай. Ну где-то вот так.
Еще один. Шикарно, надо просто приноровиться. Все. Здесь у нас конвейер готов, там у нас конвейер готов, значит, опа. Живой-живой, вот он, фиолетовый, по-моему, слизень. Давай посмотрим, это можно сделать через фотоаппарат. Медленно прикручиваю. Да, мне кажется, это фиолетовый энергослизень. Ты где, может? Ну, я сфоткал. Я думал, он его током дернет на расстоянии. Хорошо, хорошо. Пойдем посмотрим, вообще убедимся, что у нас по кругу идут металлические слитки. Они уже должны были пройти. Тихо, тихо, тихо. Не падай туда. Я уже один раз туда упал, мне не понравилось. Да? Поднимаются металлические слитки, идут по кругу, и точно так же у нас сейчас пойдут металлические пластины. Да? Да, шикарно. Хорошо. Так, укрепленная пластина железная у нас есть. Причем навалом. Странно, откуда 150? Хорошо. Хорошо, пусть их будет 150, роторов 25 есть. Значит, нужно 1500 медной проволоки и 200 кабеля. 200 кабеля есть, а за проволокой надо будет сбегать. Хорошо. Это у нас будет улучшенный внешний бой. Тогда можно будет сделать эту палку-махалку и уже бегать, гордо размахивать ей, отбиваться от всяких пидорасов. Так, сколько нам нужно? 1500, раз, два, три. Три стейка по 500. По 500, три стейка. Пойдем закинем, изучим, посмотрим, сможем ли мы сейчас сделать эту самую палку-махалку. Если сможем, сразу сделаем. Вот эту вот электроштучку выкинем. Потому что палка-махалка будет помощнее. Давай, 39-25 роторов, 50 укрепленных пластин, 1500 проволоки, 200 кабеля. Запустить капсулу. Но. Цель достигнута. Отдел исследований увеличил размер вашего инвентаря. Спасибо. К экипировке для рук добавлена дополнительная ячейка. Спасибо. Также вам был предоставлен доступ к улучшенному ксеношокеру с повышенным уроном и дальностью действия. Замечательно, идем в мастерскую, смотрим. Ксенодубинка. 5 модульных каркасов, один у нас только есть. 500 проволоки. Только что же бегал за проволокой, сразу вам сказать было. И 2 ксеношокера. Ксеношокер мы можем сразу сделать еще один. Сделать, я сказал. Так, еще один у нас в руках. И 5 кубов. 5 кубов. Хорошо, можем сделать 5 кубов, пожалуйста, легко, без проблем. Уже 3. Вот и 5. Проволоки здесь нет? Нет. Жаль. Ладно. Сейчас бегаем за проволокой. Ее, по-моему, нужно 500. Ну, возьмем на всякий случай 1000. Пусть она у нас валяется. Пусть валяется на черный день. Тоже надо потихоньку переносить производство медных наших штучек на наш завод. И еще у нас производится бетон. Бетон, хотя из бетона не так много всего можно сделать. По-моему, даже на начальных этапах не то, чтобы не так много, а всего лишь вот эти вот самые бетон, собственно, бетон, да, из известняка. Потом, может быть, что-то можно будет сделать еще. Но, наверное, пока я не буду переносить бетон, производство бетона на завод. Пусть оно остается там. Не так сильно оно нам... Тихо, это экзоскелет. Подожди, нам нужна ксенодубинка. Ты меня не путай. Так, ксеношокер есть у нас один, а второй все еще в руках. А почему? А потому что я его взял тоже в руки. Ну-ка, давай посмотрим. Ксенодубинка. Ксенодубинка, ксеномахалка, ксенопалка. Ну.
Вот смотри-ка, гаечный ключ. Красота. Опа. И чё, и чё? У-у-у. Как джедайским мечом мне можно размахивать. Да, поприятнее, поудобнее. Спасибо. Еще и место для... Для чего? Для чего-то там появилось. В руках у нас. Хорошо. Хорошо, это нам пригодится. В эту самую пустую ячейку мы, пожалуй, закинем ягод. Так, на этом, наверное, серию пора заканчивать. Что у нас? Почему? А, вот они только едут, у нас металлические пластины. Ну, медленный. Медленный довольно конвейер. Но лучше, чем никакой. Наверное, третий конвейер. Или еще несколько, не знаю. Посмотрю, скорее всего, несколько конвейеров закольцую в офлайне, потому что, в принципе, это не очень это все и интересно. И надо будет нам ставить ассемблер. Надо будет ставить ассемблер, производить металлические каркасы, потому что они нам что-то в последнее время становятся все нужнее и нужнее. И еще нам надо, наконец, получать электроэнергию из угля и воды. Из угля и воды, наверное, обычный парогенератор, обычная турбина. В общем-то, ничего необычного с точки зрения физики. Что ж, на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. Не забывайте подписываться, ставить лайки, если вам понравилось. Пока-пока.